буду радовать. Я еще не упал. Да, мы катаемся уже 2 минуты, и Ваня еще ни разу не шлепнулся. Да, я и тоже так. Ваня, мы забыли поздороваться. А, всем привет. Всем привет. Музыку подрубили быстро. Спали отдельно 3 пары штанов, 3 пары перчаток, и что-то как-то теплее не становится. Лично мне. Только мы, Вася, знаешь, что в раздвижении? Так сейчас сказал, я говорю, давай поехали обратно. Я просто ты достоял, я испугал, что я тебя собью. Брат! Покажи, как надо к тёлочкам подкатывать. К тёлочкам подкатывать? Да. Вот так сипу, видишь? Да. Сипу такой. Мадам. Ну, примерно так. Я понял, брат. Слушай. Ты не хочешь создать еще один канал по пикапу? Не, брат, у меня была такая мысль, но я просто боюсь, что все пацаны раскусят, узнают мои приемы. И начну сразу цип клеить пачки. Я понял, я и понял. И мне никто не никого не останется. Только ты останешься. Всем рекомендую, то есть я как бы думал, что вообще хрень будет на самом деле. В этом парке Горького возьмешь. Да, да. На самом деле прикольно. Реально прикольно. Всех, те, кто любит там, кататься на коньках. И подкатывать к ципам, это самое нормальное место. Да, тем более Жора уже показал, как это надо делать. Поэтому... В глазах. Тройной тулуп в исполнении винограда. Давай, брат. Не бойся, давай. Не мешай, ты. Нормально, брат, звучит? Брат, это просто Плющенко закурил сейчас, я знаю. Он смотрит наши видосы и такой, ё, виноград такой. И сразу такой, ну все, походу. Скорее моя, ребят. Да. 18-й год, Валентин Виноградов, чтобы все знали. Вот, все, мы на базе. Батька отдохни. Батька дома, ёпта. Красава. Кстати, здесь тепло. Я не знаю, как, но здесь то ли воздух. Ну как-то я здесь присел, здесь не холодно вообще. Вообще нет. Чувствуете кайфар, да? Вот так, я считаю, еще нормально. Я сейчас лег, все мои бутерброды там сломались. Ага. Как я кайфую, когда это ты. Сейчас будет заново. Neighbor is a friend. Happy New Year! Happy New Year! Шумайкеры дешевые. Ёпи, бегаем. Сюда иди, блядь. А, чё, засал, да? А, тебя... Теперь не такой крутой, да? Давай, Жора! Танцуй! Тройной тулуп в тебя! Где тройной? Да, вот так это! Кто чувствовал, когда твой друг Снежинка? Так, короче, весь прикол в том, что вот все это палат... просто видео о несправедливости жизненной. В
Вот, смотрите, стоят все здесь палатки, как бы, да, все кайфуют. Ну, как бы работники там кайфуют, то есть им тепло. Ай, блядь! И вот мне ту тёчу очень жалко. Ну, как бы это реально несправедливо. Она стоит такая одна. Где справедливость в нашей стране? В натуре. Где? Давайте бороться за права палаточников. Поэтому ставьте лайки и подписывайтесь. Все, ладно. Всем пока. Всем, кто нас знает, кис. Кто не знает, тоже кис. Peace. Peace.